Только два дня, 25 и 26 апреля, в Москве в выставочном центре «Крокус-экспо» пройдет международная специализированная выставка «Халфуд», посвященная полезным продуктам питания и экологичным товарам. Это масштабное мероприятие проводится уже 9-й раз. И за это время в нем успели принять участие более 800 компаний из 40 регионов мира. Я директор мясокомбината «Ихляс». На эту выставку приехал, потому что здесь очень много целевой аудитории. Вот впечатление о выставке у нас очень хорошее. Хотелось бы поблагодарить организаторов выставки. Мы уже второй раз участвуем на этой выставке и планируем дальше на ней участвовать. Я руководитель компании «Sweet Life Dolce Vita». Мы занимаемся изготовлением конфет ручной работы. Продукция «Халяль» – это признак, показатель качества. И моя продукция тоже отличается именно качеством, поэтому я приняла участие на этой выставке. Еще совсем недавно понятие «халяль» трактовалось лишь как узкоспециальный религиозный термин. Но сейчас все изменилось. Теперь эта маркировка для огромного круга потребителей стала гарантией высокого качества и экологичности товара. Халяль-продукция российского производства не только активно завоевывает местный рынок, но и стремится обозначить себя в арабских странах. Уже сейчас на экспорт идут не только мясо и птица, но и детское питание, консервы и кондитерские изделия. А эта выставка стала удобной площадкой для сотрудничества. Здесь производители смогут познакомиться с конкурентами, найти новых поставщиков и рассказать о себе. А покупатели изучить широкий ассортимент качественных товаров и услуг. Кстати, в этом году выставка объединит два ключевых салона. Салон халяльной и полезной еды «Халфуд» и салон экологичных товаров и услуг «Экогудс». В последнем примут участие производители натуральной косметики, парфюмерии, экотекстиля и моющих бытовых средств, а также представители экотуризма, экомедицины, ресторанного бизнеса и еды для вегетарианцев. Приходите, будет интересно. Юлия Цветкова специально для Нур-ТВ.